Ну вот как бы в Костко я управился со своими делами. Как я вам сказал, сегодня я покупки не делаю, а просто хожу, что-то делаю. Что хожу, делаю, рассказать вам не могу. Это интрига. Только, как я вам сказал, это дела в рамках совместного проекта с белорусским блогером Сергеем. Вот, попозже вы узнаете имя его канала, увидите его, познакомитесь с его работами, ну и с нашим совместным проектом. Вот, а сейчас мне еще надо заскочить в Sam's Club по тем же делам. Что я, собственно, быстренько и делаю, потому что Костка и Sam's Club, можно сказать, стоят спиной друг к другу, абсолютно рядышком. Между ними есть маленький заборчик, который вы вот видите с правой стороны от меня. Справа это Костка, стояла машина, фура под разгрузку, поддоны, складские помещения. А с левой стороны вон уже виднеется значок Sam's Club, и фуры стоят, это уже их склады. Разгрузка, погрузка, где идет выгрузка товара. Вот. Получается, как бы можно было бы к ним, конечно, напрямую. Но стоит заборчик, и на машине надо, конечно, объехать. В Sam's Club, как и в Costco, есть свой сервис по шинам, потому что они продают шины. Вот. И поэтому, пока вы ходите за покупками, машинку вашу могут переобуть, накачать. Было бы, как говорится, желание. Все, я побежал в Sam's Club. Вы пока остаетесь снова. Ну, вот и подходят к концу мои покатушки. Sam's Club, это было вообще быстро. Почему это было быстро? Потому что, ну, в общем, там не было ничего того другого, что отличалось бы от того, что я нашел в других магазинах. Вот, поэтому я подумал, что уже будет лишнее дублировать, так сказать, Sam's Club Костку или Walmart или что-то другое. И поэтому сейчас я гонюсь за детками в школу. Сейчас вам не видно, но через некоторое время вы увидите, с левой стороны у меня находится небольшой аэропорт. В общем, для маленьких самолетов. Я думаю, что коммерческие самолетики здесь даже никакие маленькие не садятся. Наверное, только частные. Или какие-то... ну, частные я имею в виду любительские, на которых... люди летают как на своих машинах, то есть они захотели иметь самолет, они его купили, они летают. Также частные вертолетики, ну и быть может какие-нибудь небольшие частные коммерческие самолеты, я не знаю, там человек может быть на 10, на 12, если такие бывают, если я не ошибаюсь. Вот, потому что в основном это все самолеты такие здесь стоят. Одно-двухмоторные, небольшие, на человека, на четырех, то есть, как и автомобиль. Вот. Такой вот небольшой аэродромчик. А с правой стороны находится очень большая больница, очень много корпусов, скажем, такой медицинский центр, комплекс, медицинская плаза. И больница, и отдельные... здания, их клиниками не назовешь, потому что немножко по-другому это все в Америке происходит, во всяком случае в той эре, где мы живем. То есть каждый врач как бы арендует себе офис, помещение, и у него своя практика. И вот такие вот специальные здания, в которых собираются врачи. Это вот все было с правой стороны. Ну а я выезжаю на наш Хавторн бульвар, который идет через весь наш город, проходит. Справа впереди сейчас автосалон Chevrolet. Я буду проезжать мимо него сейчас, после светофора вы увидите.
Ну и как обычно пошли, вот видите. Кофейня такая, кофе-чай, забегаловка, где можно посидеть, попить, отдохнуть, покушать, перекусить. Их просто тьма. В Америке кто-то кушает, кто-то с компьютером за чашечкой кофе. Дождик как бы закончился, но тучки остались, и, в общем, погода достаточно пасмурная. 61 градус по Фаренгейту, это 16 градусов Цельсия. Нельзя сказать, что холодно, но и сказать, что комфортно, тоже сильно не скажешь. Достаточно так. Для нас это прохладно. Для нас комфорт начинается, наверное, градусов с 22. 24, это уже вообще шикарно, когда вот сразу резко после дождя. С левой стороны вы видите автобус, на котором можно путешествовать со своей кроватью. Это очень развитый в Америке вид путешествий. Очень много таких автобусов сдается в аренду. Многие, у кого есть свой дом, покупают. Очень часто около дома стоят такие автобусы. Ну, как часто? Наверное, очень часто это я хватанул. Ну, на 20 домов в одном, наверное, точно стоит. Американцы любят путешествовать. Вот так вот садятся в свой автобус или в рентованный. И поехали от штата к штату. Так, а сейчас нам кто-то позвонил и испортил музыку. Почему кто-то? Потому что... Давайте включим, послушаем. Этот телефон я никому не даю. В него могут позвонить только какие-нибудь рекламщики. Issued student loan pre-qualification will be canceled if we don't hear from you today. You're pre-approved for a lower monthly payment, as well as loan forgiveness. We've tried a number of В данном случае это была реклама студенческого заема. То есть возьми деньги в кредит на то, чтобы учиться. Как они, откуда они берут телефоны, из каких баз? Из каких-то баз берут, да? И потом вот так вот названивают. Это не то, чтобы напрягает, но иногда как бы этот звонок и не нужен. Ну и вы видели, слышали, полицейская машинка вот сейчас прорвалась через по встречной полосе, ну, вернее, она ехала во встречной, сигналками своими разогнала машинки, которые следовали в ее направлении, ее пропустили, она поехала дальше. В Америке очень строго с сиренами, с проблесковыми маячками. Если вы это слышите и видите, надо сразу либо замереть, а желательно принять вправо-влево, чтобы не препятствовать проезду спецтехники. И в этом плане водители очень дисциплинированы. Как бы машинам, которые едут с мигалками, не приходится долго ждать. Как только все видят и слышат эти маячки, все абсолютно мгновенно рассасываются и, в общем, машины свободно проезжают. Это очень строго в Америке, и эти правила всеми соблюдаются. Ну и вот с левой стороны опять началась огромная торговая плаза. Эта плаза называется Делама. Она тоже тянется на хороших 3 остановки автобусных. Находятся магазины таких торговых сетей, как JCPenney, Macy's, Sears, спортивный магазин Dick's. Ну, в общем, их не перечислишь, там их огромное количество, с огромным количеством открытых парковок и многоуровневых. И в то же время вот сразу банки стоят. Bank of America, Chase.
это уже Маришка звонит напомнить мне, чтобы я не опоздал за детьми. Да, дорогая? Ну это хорошо, я уже к ним подъезжаю, я уже на перекрестке с Анзой. Хорошо, конечно. Загулялся ты, короче. Ой, загулялся. Ну ты доволен? Давай, целую, все доволен, все хорошо. Давай. Пока-пока. Уже дети закончили учебу. Вышли и набрали Маришку. Спросили, где мы. А Маришка сидит дома с Сашкой. Сашка приболел, как вы знаете. А я один катался, и, в общем-то, собственно, я уже к ним прикатался, сейчас буду их забирать. Наберу их, они выйдут, и я их заберу. У кого-то нервы сдают, сигналы сигналят. Чему нервничать? Вообще водители достаточно аккуратные в Америке, и красиво ездят, аккуратно, не нервничают, но... Как говорится, в семье не без красавца. Кому-то бывает мало места на дороге. Алло. Алло, папуля, с нами идти? Да, выходите, как обычно. А что у тебя с голосом? Что-то мой Антошка прикалывается с голосом, с интонацией. Что-то его там вштырило от холодной погоды. Вот выходит родитель с детьми и мечется между машинами. Есть же переход, есть... Человек на перекрестке, который регулирует движение. Нет, он двоих детей малолетних везет и приучает с детства нарушать правила. Знает сам, что такое движение, и ломится, как слон кукурузный. Так, ну где мои красавцы? Идут, не идут? Какой-то одинокий отец с телефоном. Такое впечатление, что ему ребенка не хватило. Наверное, поздно пришел, разобрали все. Антош, заходи с той стороны. Я с другой стороны. Привет, ребята, как бодро ждут. А что у тебя с голосом? Что ты там решил поприкалываться? Че ты голосом прикалывался? Каким? Ну по телефону так. Она не знаю. Решил покривляться немножко? Да. Покривлялся, молодец. Папа, можно когда-то пойдем в магазин, возьмем мне больше чехла? Чего возьмем? Кофту? А. Куда пойдем? Тут есть в магазине. Мы там не идем в магазин никуда. Чем мне кофта не нравится? А, ты имеешь в виду купить теплую кофту более? Да. Ну хорошо, давай. А что тебе в этой хопсе холодно сегодня было, да? Хорошо. Как сегодня дождь валил, да? Папа, мы слышали фандерсторм. Что слышали? А, ну да, гром был. Такой гром был, что наше стекло тряслось дома. И ветер вообще наша как сдал. И да, типа молния была. И лайт на улице. Почему и лайт на улице. Почему так было? Менялись классами. Я не знаю, если лайтнинг такое должно делать, да, но у меня почему-то глаза стали очень просто белыми и потом обратно. Ну так это молния была. Она была такая большая прямо на все небо. Да? Да, большая молния была. Поэтому тебе так глаза... Потому что когда я смотрел, я видел просто все белое. Да. Подожди, типа как белый, как листик. Ну все, даже да. Да, как белый лист, оно так блеснуло очень сильно. Ну что в школе было, рассказывайте. У меня не было учителя. Вашего учителя не было? Нет. А кто был? Мисс Кинг. Только я, Антон. Не знаю.
Ну и что вы делали с мамой? Ну, сейчас я что-то скажу. И это уже мне надоело. Что тебе? Это твое язв. Я не получила, Гринслав. Ну, это... Опять кто-то что-то потерял там? Нет, я думаю, я была абсона в этот день, и она опять не нашла. Мне надо пойти на компьютер, посмотреть там мультик. Там есть листик, какой не надо enter questions. Ну так ты это делала или не делала? Не надо это думать. А? Надо думать. Ну а ты в принципе это делала? Да. Делала и надо переделать, да? Ну я не помню, но я помню такой листик видеть. Зайка, надо аккуратно все делать и аккуратно сдавать. А было ты или не было? Почему ты или не Баймдер, как у меня? Было ты или не было, мы можем уточнить, посмотреть, когда ты могла не быть. Кирилл, а почему ты не имеешь Баймдер, как я? Что такое Баймдер? Ну что, я... у нас есть folders. Ну, блин, ну я думаю, с Баймдером. Твоя жизнь станет лучше. Ты имеешь в виду вот эта папка? Ну, моя. Дело в том, что я понимаю, что теряется листик, который Катарина оставляет в классе. Да, Катарина? Угу. Куда ты его оставляешь? Ты, может, его куда-то не туда оставляешь? Я его ложу в коробку, и там даже написано «Science». В какую коробку? Ложи туда, куда все ложат. Да, это куда я ложу. Ну и что, в чем проблема? Угу. Зайка, ну ты постарайся потом... ложить так, чтобы он не терялся. Потому что нам твои гринслипы не нужны. Ну, может, забываешь имя написать. Если я бы не написала имя, она бы сказала: «Катарина, тебя нету, но там есть листики без имени. Посмотри, если это твои». Ну, в общем, зайка, ты постарайся со своей стороны сделать все красиво. А если это еще раз повторится, ну пойдем к учителю тогда узнавать, почему это теряется. Смотреть, какую ты коробку ложишь, показывать. А у вас что, Антош? У меня был social studies. Science. Что, значит, на Science учили? Или Social Study хочешь сначала? Social Study, мы учимся про New France, New England. Что учить, я не понял? New France. А, Новая Франция, Новая Англия. Ага. И The Netherlands. Историю учите, да? Да. Угу. Там она будет написать, как они affect Americas. Americas — это только North и South America? Ну я же не знаю, про что учите. Так как они что? Как они поменяли... Какой у них эффект был на Америку? Какое они влияние оказали, да, на Америку, да? Как животные и plants используют energy и получают energy. У нас будет тест. Тест будет? У тебя есть какие-нибудь вопросы? Все хорошо, понимаешь? Ага. Ну и как животные и растения получают энергию, расскажи нам. Plants, если, я думаю, все там, может быть, ты не так понимаешь. Они используют солнце, водичку, carbon dioxide, чем мы выдышим. Берут это вместе и делают сахар. Что делают? Сахар. Сахар? Это глюкоза. Не сахар, это... какой мы используем. Ну понятно, они. Ну, он такой специальный сахар. Но его сахар, он, как я думаю, сахар. Потом они берут, кушают его или ложат на потом. Откладывают на потом? Да? И потом, ага, из того. Показ... А мне показалось, что ты сказал, ложат на потом. Я думал, ты балуешься. И потом вроде в процессе, когда они делают сахар, воздух уходит. Да, ну конечно. То есть
По-простому можно сказать так. Растения потребляют углекислый газ, то, что мы выдыхаем, то, что машины выдыхают. Вот. И преобразуют его в процессе фотосинтеза. Да, хотел сказать. Вот. Это такое умное слово. Преобразуют в кислород. То есть углекислый газ, вода, солнце. В зелененьких вот этих вот во всех листиках идет процесс фотосинтеза и образуется кислород. А животные? Для начала животные, которые кушают мяс, начинается с них, как зайчики. Потом идет на животных, которые кушают животных, как вузы. И потом не кушают зайчиков. Потом, ну, это food chain и web. Ты знаешь, что это? Это когда оно начинается с солнца. Идет аплэнс, потом на какое-то животное, потом на какое-то еще животное, потом оно идет. Это на, по-русски можно сказать так, пищевая цепочка. Да, пищевая цепочка. Food chain, ты сказал? Да. А, я не так услышал. Все правильно, тогда и звучит пищевая цепочка. Да? Меньше, больше съедает меньшего, еще больше съедает большего. И в конце этой пищевой цепочки кто стоит? Ну подумай. Человек. Ну вот, правильно, Катарина. Человек, который съедает все, убивает все, и в конечном итоге, делая это все плохое, уничтожает сам себя. Засоряет планету, разрывает ее, добывая нефть и полезные ископаемые, убивает животных. Ну как бы это так, от этого не уйдешь никуда, но человеки могли бы быть и получше. И еще почка, как ты говорил, больше кушает меньше. Мне это время это неправда. Иногда и меньше, может, когда больше скушать. Да? Нет, уже некоторое время большой не всегда кушает маленького. Да, да, ну конечно. Да. Но это. Просто такое, это, скажем, крылатая фраза. Потому что человек тоже не больше. Например, человек не больше оленя, да, или лося, он его может съесть. И не всегда оказывается тот, что мы думали, кушает медик только, как, например, мишка там из ягод и грибов. Оказывается, мишка может кушать и человека, там, я не знаю, зайчика, наверное, может задрать, да? И другого мишку маленького может съесть. То есть это, оказывается, мишка не только травоядный, но и плотоядный. Он может съесть тоже мясо, поэтому... Но вообще во всех таких сказках, рассказах, мишки не едят животных, да? Они только едят медик, ягодки, грибочки.